Девятый год подряд в Бресте малышей, родившихся в один из самых мирных и добрых праздников на планете, поздравляли представители Брестского отделения Белорусского фонда мира и Гражданского дома обрядов. Символично, 21 сентября в Брестском роддоме родился 21 ребенок, из которых 11 мальчиков и 10 девочек. Наше мероприятие, оно уже, его предназначение растить миротворцев. Понимаете, что планеты очень нужны. Люди порядочные, миротворцы, которые могут построить сегодня доброе, справедливое, гуманное, счастливое общество. Свидетельства о рождении, подарки и сертификаты от Брестского областного отделения Белорусского фонда мира вручили появившимся на свет в Международный мирный день брещанам и брещанкам. Всего в Брестской области более 400 ребят стали участниками акции за 9 лет. Почетное звание «Дитя мира» в этом году получил 21 малыш. В целом демографические показатели в Бресте высоки. По критерию рождаемость город над Бугом занимает вторую позицию сразу после столицы страны. Малышей, которые родились в такой необычный день, Международный день мира, стали называть самыми мирными детьми на Земле. А самое важное на этой Земле действительно что? Мир. Будет мир, мы сможем что-то создать. Не будет его. Увы, все закончится. Когда она родилась, мы очень были рады. И когда нам позвонили, сказали, что есть такой праздник, о котором мы не знали. Там же еще идет Пресвятая Богородица праздник. Мы очень рады были, что в празднике, думали, может, нужно назвать Марией. Но в итоге, когда мы посоветовались даже с батюшкой, батюшка сказал, что не обязательно в этот праздник нужно так называть. Мы посчитали, что вот миротворец родился, помощница наша, которая даже в такие праздники нас уже куда-то в люди выводит. Несмотря на то, что новорожденным не исполнился еще и месяц, на мероприятии детки вели себя спокойно и умиротворенно, как будто чувствовали, что праздник в их честь. И это неудивительно, а потому почетный титул «Дитя мира» они пронесут через всю свою жизнь.